места Академия. Нет, Академия нам, пожалуй, рано еще. Повелеваю боярам, купцам и народу разночинному отпрыскам своих наукам обучать. Азбуке, цифире и манерам. Указом своим от мая 1705 года учреждаю в России первую школу-гимназию. Начнем с азбуки, а потом такие дела нас ждут. Аж дух захватывает. Позвольте, государь, если мы всех обучать будем, то кто работать-то станет? Недальновиден ты, Александр Данилович. В России укрепление надо. А как ее укреплять, как не народом ученым, да грамотным? Чтобы станцевать могли и спеть. Позвольте, государь, а манерам зачем учить народ разночинный? Ну а как же? Человек, он тогда родину любит, когда держава о душе его заботится. Выливаю отроков олеть, танцам заморским обучить и на ассамблеях вперед знать и выпускать. Ну, коли так, тогда и учителей нужно самых наилучших выписать. Есть у меня на примете одна волшебная особа, мадемуазель Натали Жадан. Она и учеников имеет. Ну-ка, покажи мне ее немедля. Лайков Владислав.
Никогда. Помните, не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Эти слова кружатся, кружатся вновь в голова. Школа — это дневники, важные учебники.
Тут нет чужих детей. Вы, дорогие наши учителя, отдаете нам частичку тепла души каждому ученику.